Казахстанцы лечили болезни сердца и артериальное давление препаратами, которые вызывают рак. Национальный центр экспертизы лекарственных средств подтвердил опасность некоторых лекарств, которые содержат это вещество. Внимательно проверьте свои аптечки. Из них должны исчезнуть препараты Вазар, Нортиван и Вазарен китайского производства. Эти лекарства сейчас вызывают из аптек. Что делать тем, кто долгое время пил опасные таблетки, расскажет Аскар Мендыбаев. Известие о том, что две недели пришлось принимать препарат, который может вызвать рак, повергло Зарину Исмаилову в шок. У женщины повышенное артериальное давление. Таблетки Вазар-Н врачи назначили несколько месяцев назад в комплексе с другими лекарствами. Я очень чутко отношусь к своему здоровью, потому что много уже заболеваний, и поэтому хотела все-таки уточнить. Можно дальше этот препарат принимать или же его заменить другим препаратом? Доктора уверяют, что если препарат принимали не длительно и не в больших количествах, то опасаться не стоит. Скандал возник еще летом. Тогда стало известно, что лекарства, содержащие валсартан в активной субстанции, могут спровоцировать злокачественные опухоли. Сегодня в Центре экспертизы лекарственных средств эту информацию подтвердили. Произведены из активной субстанции, поставляемой из Китайской Народной Республики. И содержали примеси нитрозодиметиламина, которые относятся к канцерогенным препаратам, то есть могут вызывать онкологические заболевания. В августе Минздрав рекомендовал казахстанцам вернуть в аптеки препараты Вазар, Нортиван и Вазарн. В это же время международные организации отозвали их с рынка, обнаружив, что они вызывают рак. Производителем оказалась китайская компания. Более 35 тысяч упаковок вернули в аптеки и казахстанцы. По подсчетам врачей, этот препарат принимали несколько тысяч граждан. Обратиться к своему лечащему доктору, а именно кардиологу, терапевту. Дальше доктор посоветует, что нужно делать. Что нужно делать и как правильно подобрать ту или иную терапию. В данное время специального скрининга для тех, кто получал эти препараты, не предвидится. Доктора советуют пройти обследование на рак всем тем, кто пил эти пилюли. И самое главное, исключить эти лекарства из назначений. Аскар Мендыбаев, Данияр Жусупов, Информбюро, Алматы.